разберешься с ним. Капец тебе. Эй, вот вы где. Идем. Вот дубы с таким сильным. Друган, да у тебя крысиная армия. Родрик. Нам нужно ее открыть. Я не вижу рычага. Я этим займусь. По твоей команде. Один? А что такого? Займешься этим, Родрик? Да. Вау. Проходите. Быстрее. Осторожно. Крысы, они хотят выйти. Кормил крыс, да? Говорил, издевай. Подъем! Че он не встает? А, еще один неосторожный балбес! Внимание! Ищите дальше, мы их найдем! Готов поклясться, шумели так! Вы живы? Слушайте, Виталий в соборе. Это все очень хорошо, но к нам приближается целое полчище. Уходи оттуда. Поднимись по лестнице. У дома есть выход с другой стороны. Это там, где пожар? Мы не можем вернуться. Вперед! Встречаемся на той стороне. Осторожней. Идемте к дому. Заперто. Я ее сломаю. Вот сволочь! Я тебе покажу! Там стражники! Родрик, в укрытие! Хьюго с ними разберется! Развлекайся! Сосредоточен!
получилось! Юга, ты в порядке? Да, кажется. Все хорошо, Родрик. Напомните мне никогда не злить вас двоих, хорошо? Ладно, на этот раз все получится. Вот черт! Хреновый план! Нет, Амисия, так нельзя, мы же сгорим! С тобой ничего не случится, обещаю! Родрик, ты с нами? Ладно, идемте. Осторожнее! Займешься этим. Хорошо. Потолок сейчас обвалится. Успокойся. Юга, капитан инквизиции. Ты крепкий парень. Крепче меня. Правда? Я никогда не вру. Это, наверное, выход. Никого не подпускать! Собор! Мы на верном пути! Там, решетка! Последний шанс добраться до собора – это воспользоваться телегой. Цепь. Эй, не стоит. Почему? Это место. Я хорошо его знаю. В чем дело, Родрик? Сюда. Нет. Я знал. Родрик, что происходит? Куда ты? Идем. Не может быть. Родрик. Ничего не осталось. Алиса сгинет твой дом? Это кузница моего отца. Я вырос здесь. Я здесь. Я понимаю, что ты чувствуешь, но ты еще жив, и твои корни тоже. И никто никогда у тебя этого не отнимет. Ты права. Я знаю, кто я. Идем. Надо спасти твою мать. Вот увидишь, моя мама Луция. Мы останемся вместе и найдем другой замок. Договорились. Это упростит мне жизнь. Наконец-то! Лишним не будет! Телега, Родрик! Если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие! За ней Хьюго будет в безопасности! Эй! Оставь, Амисия! Что ты делаешь? Вы с братом отойдите! Толкать буду я! Родрик, давай помогу! Не надо! Если хочешь помочь, смотри за стражниками! Ладно! Останови! Ладно, вперед!
плечи, Родрик! Не переживай за меня, парень! Амисия! Займись ими! Суки! Амисия, не рани его! Родрик, бросьте легко, пожалуйста! Нет! Буду толкать под решетки! Быстрее! Давай! Еще не надо! Мы почти на месте! Не умирай, Родрик! Не умирай! Мне просто надо отдохнуть! Все, Родрик! Бросай! Давай в укрытие! Мы уже на месте. Не стойте там! Сюда! Быстрее! О боже, Родрик! Мне уже лучше. Я в норме. Я догоню вас. Хорошо. Хьюго, давай! Теперь ты! Нет! Мы тебя вытащим! Мне жаль. Простите. Черт! Сука! Хьюго, идем! Нам нужно идти! Это не верю. Не может такого быть. Милли, пожалуйста. Нет. Я заставлю этих мразей заплатить за все. Главное сейчас выжить и держаться вместе. За это отдали свои жизни Родрик и Артур. Просто оставь меня. Она права, Милли. Родрик. Его больше нет, Хьюго. Он обрел покой. Хватит с меня этих проклятых крыс! Мрази! Но не проведут нас. Правда? Как? Вот так. Как ты? Вау, так это... Это взаправду? Ничего не вижу. Эй, ты! Это не конец, слышишь?
так не разберем. Ты в порядке? И куда делось твое самодовольство после общения с крысой? Я не ранен. Мы на месте. Витаи, он хочет сделать что-то плохое. Я чувствую. Плохое? Ну что именно? Вы извините, но мы здесь, чтобы его прибить. Так что какая разница? Он скоро начинает. Идем, Хьюго. Мама там. Они ждали нас. Лукас, Мили, стойте на месте! Похоже, какие-то детишки напрашиваются на порку. Подойдешь, сдохнешь! Это не важно. Миша, внизу крыс. Так скажи им, чтобы выходили. Быстрее! Ладно. Пойду проверю. Это назад. Прощайте. Я вас найду. Давайте внутрь! Семья, говоришь? Помоги мне! Никто больше не должен войти! Ты не хочешь понять, Беатрис? Мама! Мое дитя! Хьюго! Амисия! Мама! Это сделал Виталий? Он принес их в жертву. Он переступил порог, бегите оттуда! О, ради всего святого! Хьюго, ты готов? Да, крысы здесь. Тогда идем. Не отставай. Мы с вами. Отпусти ее, Виталий! Это твой последний шанс! Хьюго, твоя сила! Будь осторожен! Все хорошо, не переживай! О, да. Он весьма одаренный ученик. Жаль только, что позабыл, кто именно научил его всему. Завали Хайло, старик! Мы пришли тебя убивать, а не слушать твою болтовню! И все же, вы пришли к нам за лучшие овцы к своему пастырю. Довольно, Виталий! Ты один! Верни на мать, или... Или что? Ну же! Я могу еще многому научить носителя. И его друзей. Это так трогательно. Спасибо. Спасибо за откровение. Вы слышите? Это ангелы. Ангелы нового мира! Назад! Свет! Они
Я видела! Давай! Лукас! Мили! Стойте там! Нет! Я могу помочь! Я могу! Это наша кровь, Мили! Хорошо! Уничтожь его! Платитесь и жрите их! Вы пришли! Да что за... Он заставляет их собрать силы! Не останавливайся! Страшен съем! Не тоже так могу! Серьезно? Давай, Хьюго! Это наш последний шанс! Невероятно! Молодец, Хьюго! Вот так! Мы ему покажем! Смотри, Беатрис! Посмотри на себя, Виталий! Ты не заботишься о своих сторонниках! Ты убил сотни невинных людей! Не трогай их! Они дети! Нет! Они просто реликвии старого мира! Прекрати! Чувствуешь, но это тебя пугает. Истинная сила! Твой дар! Христиан! Я единство! Я кровь крови, которая соединяет всех людей! Назад! Останьтесь к югу! Умрите! Уходи от них, Анисии! Орды ангелов обрушатся на сторону! Вернитесь, мои последователи! Вернитесь своему мастеру! Только не крыс! Никто не осталось крыс! Его некому защищать! Нет, это невозможно! Вы поплатитесь за это! Идите ко мне и накормите первокровного ясности! Быстрее, Анисия! Идет обновление! Это невозможно! Они присоединятся к нам, и скоро мы станем едины! О нет! Сначала погаси огонь! Это еще не конец! Орды ангелов обрушатся на солнце! Восстань! Разорвите землю перерожденными! Мои ангелы
Отлетайте! Мой черед! Разделить нас! А! Как вы смеете? Это ваша последняя выходка! Я пожертвовал своей плотью, чтобы стать тигром, где сплавляется все сущее. Вы не можете убить, но было очищено. Они найдут орудие Мекела! Клинок света! Вот они ваши места! Восстаньте! Я приучен к свою ярость, мои ангелы! Я знаю, Йога, что вы голодны! Скоро вы насытитесь! Нет, мои ангелы! У него не осталось крыс! Его некому защищать! Ладно, идем. У нас все есть? Да, это все, что просил Лукас. Тебе и мамочке будет лучше. С ней все будет в порядке, Хьюго. Она же крепкая, прямо как ты. Точно.
Поскорее бы найти новый замок. Да, похоже, тебе понравилось быть королем. Посмотрим, что удастся сделать. Для начала нужно покинуть эти земли. Так, вы домой-то попали? Да, гнездо осталось, но там пусто. Ха, что-то не верится, что крысы исчезли навсегда. Будем на это надеяться. Амися, смотри! Привет. Не желаешь ли пострелять? Я нет, вот сестра крутая. Правда, Амися? Ну ладно, давай попробуем. Отлично, да, правила простые. У тебя 6 камней и 6 мишеней. Сбей столько мишеней, сколько сможешь. Ты готова? Готова. Давай, Амиси. Да! Эй! А ты молодец! Яблоко твое и мое уважение. Да, Амися, молодец. Это яблоко тебе, Хьюго. Ты мой самый преданный зритель. О, спасибо, я голодный. Кто бы сомневался. Эй, сегодня мы празднуем 3-й день избавления от крыс. У нас там ярмарка, там здорово. Ярмарка? Настоящая? Я никогда на них не был. Хьюго, Лука ждет нас. Не стоит здесь задерживаться. Пошли на ярмарку. Хьюго, ну ладно. Только ненадолго. Эй, смотри. Ой, это тот мальчик? О, нет. А нет, парень, тебе сюда нельзя. Ну почему? Потому что нельзя, и все тут. Эй, в чем проблема? Слушай, проблема в том, что тут разыскивают парня и его сестру. Какие-то важные люди. И мы... То есть, мы не хотим здесь проблем, ясно? Еще бы. Хьюго, идем. А как же ярмарка? Идем. Эй, Хьюго. Что? Первый, кто добежит до телеги, получит 20 яблок. 20 яблок? Но ты меня в жизни не обойдешь, верно, черепашка? Че? Сейчас увидит. Вот как? Тогда на счет 3. 1, 2... 3! Я уже близко! Не догонишь! Ладно, ладно! Ты выиграл! Да! 20 яблок! У нас все получилось, Лукас! У тебя все при себе? Зверобой, боярышник и... Все, идем! Отлично! Амисия! Да? Почему они на меня так смотрят? Я на меня так же смотрела. Потом ушла. Потому что она меня больше не любит. Хьюго, она... У нее много дел. Это неправда. Но это не важно. Но! Она еще долго будет спать? Ей нужно восстановить силы. И с этими травмами она быстро пойдет на поправку. Хорошо. Эй, Хьюго! Что? Как, по-твоему, я хорошенькая? Ты страшная, очень страшная. Я? Страшная? Ты похож на жирную муху. На муху? Это ты так про свою сестру говоришь? Тебя нужно наказать за дерзость! Лукас! Помогите!